Дорогие друзья, привет! Привет всем! Хочу разрекламировать одно мероприятие, которое проводят мои друзья в Казани год за годом, очень много лет подряд. Это называется «Открытая студенческая олимпиада Лобачевского» в день его рождения, 1 декабря. И в этом году уже в который раз она пройдет, в интернете вы легко ее найдете, там напишите «Олимпиада Лобачевского, Казань, 1 декабря», первая ссылка вылетает, которая про это будет сразу. Вот, поэтому, значит, еще пару дней вас зарегистрируют, давайте как бы вскакивайте в последний вагон этого поезда, регистрируйтесь и участвуйте, и побеждайте! Каждый год, значит, там, ну, в общем, интрига есть некоторая. Как-то москвичи и питерцы почему-то не ездят, и вот среди остальных городов всегда как-то непонятно, кто есть кто. Вот, так что давайте, регистрируйте свои команды, приезжайте, там студенты могут, по-моему, может, два магистранта максимум. В общем, условия там все увидите. И еще мы начинаем постепенно открывать старые видео, которые у нас есть, которые мы с того канала, значит, скачали. И еще когда, значит, как-то, в общем, ну... Получилось так, что мы успели немножко скачать их. Будем открывать. Надеемся, что, значит, ну уж совсем как бы гадом не будет же Михаил Александрович Прохорович, чтобы взять и после этого там начать жаловаться. Тем более он-то закрыл доступ. Ну что, он закрыл, мы тогда будем у себя публиковать. Все равно это видео как бы мои, Мишкины. Ну, надеюсь, что никаких проблем не будет. Очень надеюсь. Если будут, то только от Прохоровича. Вот, надеюсь, что до такого не дойдет. Поэтому сейчас будем постепенно открывать старые видео. Ну и вообще наводить порядок, но, блин, простите меня, у меня очень мало времени, ужасно, просто на разрыв идут дела и поездки, поэтому быстро не произойдет никакого порядка, и, возможно, как бы существенная часть бардака так вообще всю жизнь не будет. Ну, не обессудьте, мы такие, да.